Для фиксации. Давайте, вот у нас маленькая сосна. Крайняя по нее как бы замеряли. Вот это дерево убирается. Его мы тоже замерили. Вот это крайняя к нам сосна, которая остается. После нее начинается домик. Это мы говорим про крайний левый домик. И предлагаем вон ту сосну пропустить через террасу. Там как раз бьется по расстоянию. Вот и домик, чтобы доходил до вот этой сосны. Так, это вот крайнее дерево большое к нам. Второе дерево большое от забора до него 12,5 метров. Да? 12,5 метров. Так, еще одно большое дерево. Электрические опоры. До них у нас, ну-ка, 7,7 метров. И до дальней 8,1 метр. Вот до той. Вот, значит, это у нас деревце тоже 5 метров от забора. Все это замерили. В дальней части, значит, с большое дерево мы убираем. Не замеряли, то убираем. Ну, в принципе, убираем все, кроме той сосны, которую, возможно, пропустим через террасу. Черемху и клен тоже нужно будет, скорее всего, убрать. Так, вот все перемерили.